Здравствуйте, дорогие телезрители! Поздравляю вас с Днем Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Сегодня 28 августа, среда. И в этот день Церковь за богослужением предлагает нам знакомый отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам. Глава 2, стихи с 5 по 11. Это тот самый отрывок, который зачастую читается в дни памяти Пресвятой Богородицы. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, в праздничный день, когда вся Церковь ликует и торжествует, прославляя Успение Пресвятой Богородицы, Церковь читает за богослужением отрывок из послания к филиппийцам. И мы уже много раз с вами читали этот отрывок и говорили о том, что перед нами образец литературного таланта апостола Павла. Он смог включить, по представлению многих исследователей библейского текста, многих исследователей наследия именно апостола Павла, он смог включить, они говорят о том, что он смог включить в свое послание, вплести в ткань своего повествования раннехристианский гимн, который повествует о Христе, о домостроительстве нашего спасения. И вероятно, что этот гимн, это песнопение исполнялось на первых христианских богослужениях. И вот апостол Павел вставляет его в свое повествование, в свое послание. И что же нам говорит этот текст? «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». И здесь идет прямая отсылка к Ветхому Завету, к первой книге, открывающей вообще все Священное Писание. Это книга «Бытие», первые главы, где повествуется о грехопадении человеческом, о том, как в раю люди захотели быть подобным богам. Они захотели быть подобным Богу, вернее, Богу, и вкусили от древа познания добра и зла, искусились на лживую речь змея и вкусили запретный, так называемый запретный плод. И они захотели тем самым не исполнить заповедь, а украсть у Бога то, что и так Бог даровал бы человеку. И таким образом они хотели хищением стать равными Богу. Здесь же мы видим, что Иисус Христос, как второй Адам, как его называет апостол Павел в своих посланиях, как второй Адам Иисус Христос выполнил то, что не смог сделать первый Адам. Он не захотел украсть у Бога положенную человеку благодать. Что же нам говорится дальше в этом гимне, в этом раннехристианском гимне? «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Здесь говорится о тайне Боговоплощения, о том, что Бог пришел во плоти, и в этом смысле прославляется и Пресвятая Богородица, и потому что именно через нее пришел в мир Спаситель. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И здесь говорится о принципиальном послушании воли Божией, о том, что не нужно искать в служении Богу своей выгоды, потому что служение Богу может привести человека и к такому плачевному концу для нашего мировоззрения такого мирского, светского. Но в этом послушании Богу
Христос стяжал свое воскресение, и он был послушен Богу даже до смерти, и смерти ужасной, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И поэтому Бог человеческую природу Спасителя нашего Иисуса Христа превознес. То есть то, к чему был призван Адам, достиг Иисус Христос. И поэтому Бог превознес его по человеческой природе, он вознес человеческую природу и дал ему имя выше всякого имени. То есть то, достойное поклонение, имя второго лица Святой Троицы, воплотившись, стало человеком, и мы знаем, что Бог воплотился и стал Господом Иисусом Христом. Бог превознес его человеческую природу, дабы пред именем Иисуса, это же его человеческое имя, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть мы видим, что теперь поклонение Богу происходит не только в его, по его божественной природе, но и его человеко-божеской природе, божественной и человеческой. То есть Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. И в лице Иисуса Христа мы видим вот это преображение человека, преображение именно человеческой природы. И теперь, коль скоро мы все крестимся во имя Иисуса Христа, мы принадлежим в нашем святом крещении, мы принадлежим этой природе, божественной природе, по факту своего крещения. Но крещение должно быть с верой, и прежде всего нас освящает наша вера, имеем же мы доступ к таинствам и церкви через крещение. Таким образом, в сегодняшнем гимне повествуется о том послушании, которое Господь наш Иисус Христос проявил к Небесному Отцу, будучи в человеческом теле, смирив себя, добровольно ограничив свое всемогущество. И ключом к разгадке данного отрывка служит пятый стих, то есть это первый стих сегодняшнего послания. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И далее перечисляется, получается, все то, что Господь Иисус Христос после своего боговоплощения сделал на земле. А сделал Он именно то, что смирил Себя, став послушным воле Божией, и не захотел хищением украсть, не захотел хищением быть равным Богом, то есть украсть ту благодать, ту славу, которая человеку полагалась, но через послушание. Таким образом, нам выдвигается, апостол предлагает следовать путем Иисуса Христа, то есть быть послушными воле Божией и не пытаться хищением стать равными Богу. Поэтому сегодняшний день мы прославляем именно такое смиренное следование за Иисусом Христом, и в день Успения Пресвятой Богородицы мы должны сказать, что самым первым человеком в Новом Завете, который последовал этим путем послушания, была Пресвятая Владычица наша Богородица, которая на призыв ангелов во время Благовещения сказала: «Се раба Господня, да будет по слову Твоему». Поэтому и мы научимся смирению у Пресвятой Богородицы нашей, будем следовать за Христом, не будем пытаться украсть какое-то совершенство у Бога в обход церкви, в обход церковного смирения и послушания. Будем послушны Богу, как был послушен Господь наш Иисус Христос. Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о великом празднике Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Пресвятой Девы Марии и Ангела-Хранителя.